Ну и в бардовском кругу я оказался совершенно случайно, хотя много знал и любил бардовскую песню, но никогда не ездил ни на фестивали, ни на тусовки. Вот. И в этом кругу я оказался благодаря случайному звонку, хотя он был не случайный, то есть мне позвонили и сказали, мы вот знаем, что вы интересуетесь, не хотите ли вы прийти и поучаствовать. Вот. Это был Женя Бирюков, а потом Маша Бабушкина. Как бы. Вот. И с тех пор, значит, как-то это дело немножко закрутилось. А потом у Наташи Патока. Вот. И поэтому, наверное, с этого и всего и начнем. А потом возникла «Зеленая карета», а потом возник фестиваль «Абордаж» и «Корвет», «Черная барабулька». Но песня была написана до того. И посвящается Наталье Патоке. На четвертом этаже сквозь людей несовершенство вдруг рождается блаженство, невозможное уже. Здесь касаются струны, в сердце песня проникает и тихонько увлекает вдали сказочной страны. Здесь без фальши и лжи говорят о том, что было, говорят о том, что мило, и рисуют миражи и реальнее домов эти странные корветы, эти кони и кареты, эти войны и снов. И тепло, тепло, тепло мы вносим полной мерой, и опять, как в детстве, верим, что не кончится оно. На четвертом этаже о душе не забывают, дверь друзьям не закрывают. На четвертом этаже. Широко известен в узких кругах ограниченных людей. Рустем Завгаров. Что говорит, конечно. Фамилию я слышала точно. Невозможно, да. Ну, поскольку здесь собрали камбус, я это самое, не хочу вас мучить. Про негра он обещал. Вот про авторские и бардовские песни. Да, действительно, термин «авторская» ввел как бы в оборот Владимир Семенович. Но почему он его ввел в оборот? Потому что он говорил: это авторская песня, то есть я автор, и я ее пою. То есть на самом деле авторской песней может быть только песня, исполняемая автором. Все остальные поют песни бардовские, ну, бардовского направления и так далее, которые там написал автор такой-то, там бывает музыку и текст писали разные авторы. Вот. Поэтому эту путаницу как бы ее внесли, и она
бесконечно существует. Приятно. Есть бардовский жанр, да, это жанр, который я понимаю как прочтение стиха на самом деле. Да, потому что это передача смысла стиха. Вот. И эмоциональная составляющая музыки его может усилить, а может убить. Такое тоже бывает. Иногда великие стихи бездарной музыкой сводят на нет. Потому что это прочтение, это передача. Я существую не здесь, дом простой или прост. В черной ночной глубине окна сияющих звезд. Там, в ледяной пустоте, нет ни любви, ни огня. Ты, если можешь, прости за отстраненность меня. Чтобы не было путаницы. Непонятно. Главное пояснить вовремя. Да. Ну, на погоду. Висит в углу зеленый плащ души. Спасенье. Он знал дождя осенних, плач дождей весенних. На капюшоне бахрома, смешной елкой, и прохудились рукава. Ответа колких. Укрывался я до пят в года былые. Я знал, сюда не залетят все ветры злые. Он возвращал меня к теплу из лютой стужи, а вот теперь висит в углу, и мне не нужен. Он возвращал меня к теплу из лютой стужи, а вот теперь висит в углу, и мне не нужен. Душа, промокшая насквозь, не ждет спасения. Ей не дождаться больше гроз, тех гроз весенних. И снег ложится на виски, и снег не тает, и сердце ноет от тоски, и замерзает. И снег ложится на виски, и снег не тает, и сердце рвется на куски. Висит в углу зеленый плащ души спасенья. Он знал дождя осенних, плач дождей весенних. Мы с ним бросались поутру бродить по лужам, а вот теперь висит в углу, и мне не нужен. Мы с ним бросались поутру бродить по лужам, а он теперь висит в углу, и мне не нужен. Вот и опять зима. Ты посуди сама, юг.
юга зовет с утра. Пора, лыжи стоят в углу, вылетим поутру, если не удеру. Умру, будет хрустеть снежок, будет рюкзак тяжел, будет нести лыжня меня за горизонт наш след, там, где встает рассвет, горы зовут меня, маня. Ветер свистит в лицо, путь наш замкнет кольцо радости и разлук. Мой друг, видишь, опять зима, ну, посуди сама. Вьюга зовет с утра. Пора. Дай нам пора. Дорогие друзья, а? Еще? Кого поспорить? То, что обещал. А что я обещал? Про негров. Про негров. Про негров нет. Про негров я сейчас вспомню. Я могу из классического репертуара. Так, хорошо. Саша тут попросил, была такая компания, которая писала песни, это 50-е годы, самое начало, 53-й, 51-й, 52-й год, вот. Они, значит, писали Сергей Кристи, Алексей Охрименко, Виталий, забыл сейчас, ну, потом вспомню, скажу, вот. Четверочка такая была. Под псевдонимом Тростей Зонтов. Здесь так вообще-то? Нет, это в Москве. Тростей Зонтов, да. Вот. Почему Тростей Зонтов? Потому что однажды они шли по улице и увидели вывеску. А на вывеске было написано «Ремонт тростей, зонтов и чемоданов». Тростей Зонтов. Эти песни еще называли вагонными тоже. Так что вообще они очень много таких юморных песен на классику сделали. Вот одну из них я спою. По ним легко учиться. Жила в Москве героиня Роман из бывших дворянских семей. Ее называли Карениной Анной, Аркадьевна в отчество ей. На службу ходить не имела охоты и с пагубной страстью в крови. Жила эта дама без всякой заботы, сгорая от страстной любви. В те годы ужасных и жутких репрессий повсюду царила печаль. И, как объясняла впоследствии пресса, семью разъедала мораль. Тут Вронский явился ужасный пройдоха, и белый к тому ж офицер. Его воспитала не наша эпоха, и жил он не в СССР. Тот Вронский пройдоха был страшным нахалом, забыл обещание свое. И он оказался идейно отсталым, и он недопонял ее. Бедная Анна пошла на вокзал и гордо легла на пути. Ее в те проклятые дни капитала никто не подумал спасти. Подайте ж, братишки, подайте, сестрицы, подайте хоть хлеба кусок, поскольку этой Карениной Анны остался малютка сынок. Он бродит по свету и ищет прокорму, забытый у всех у людей. Подайте, братишки, подайте, сестрицы, вас просит Каренин Сергей.